Так, всем привет, с вами Фэнди. В данный момент я нахожусь на Лотерсе, на тестовом сервере, и хочу показать вам, как в данный момент выглядят звуки. По крайней мере, сейчас у нас стоит на Subaru BRZ звук оппозитного двигателя. Мы задаемся вопросом, оставлять ли его в таком виде, или как-то пытаться изменить, или совсем убрать, и оставить стандартные звуки GTA. Сейчас я сделаю пару проездов по городу, порублю отсечку и хочу узнать ваше мнение. В общем, начнем. Сейчас вы могли слышать, как работает машина, точнее, как воспроизводятся звуки без настройки, то есть на стоковой машине. Сейчас я сменю на более-менее дрифтовые настройки, которые я помню, и проедусь на них. Вот теперь слушайте такой звук. Как-то так выглядят звуки при дрифте в городе где-нибудь на дрифтовой настройке. В общем, суть голосования в том, нравятся ли вам эти звуки, есть ли у вас какие-то идеи, как их изменить, или же вы за то, чтобы вообще убрать звуки, которые вот сейчас есть, измененные, и оставить стандартные звуки из GTA. Ждем ваших ответов, ждем комментариев. С вами Токтим.